Международный женский день – праздник весны, красоты и тепла, главным символом которого, несомненно, являются цветы. Эти нежные, хрупкие, очаровательные создания природы радуют глаз и поднимают настроение. Но что делать, если первоцветы не скоро появятся на зеленых полянах? Главное – не расстраиваться, а посетить галерею ЦКР «Вертикаль» и полюбоваться фотовыставкой Елены Зубковой. Началась весна, но началась пока что снегом, ветром, холодом. И мне очень хотелось вот нотку вот этого приходящего тепла, света, вот немножко его подтолкнуть, принести, подарить всем вот в этих своих снимках. Выставка отличается богатой палитрой мягких пастельных оттенков. На снимках светло-розовые, персиковые, нежно-голубые и белоснежные цветы буквально купаются в теплом солнечном свете. Многие кадры выполнены в особой технике, что окутывает красочных героев магической дымкой. В выставку вошло, по-моему, 37 фотографий, но выборка была первая, порядка 70 работ. То есть это далеко не весь проект. Вот. Но вот в данный момент мы выбрали вот эту подборку. И мне очень понравилось, как Елена собрала блоки. Не только цветы, но и весь разнообразный живой мир, что их окружает, запечатлела на своих снимках Елена Зубкова. Здесь и медленно ползущая в сочной зелени улитка, и жемчужная паутина, аккуратно повисшая над землей, и желтый одинокий полумесяц, который возвышается над полевыми травами. И мне внутренне, мне очень это кажется ценным, нужным и важным в нашей жизни. Вот эта нежность и красота, которая может быть, совершенно неожиданно, она может быть в одном лепестке буквально, там в каком-то вот изгибе лепестка. Ты смотришь, и тебе становится хорошо, светло на душе. Ты видишь этот свет, которым пронизан наш мир. Жизнь Елены неразрывно связана с растениями и цветами. По профессии наша героиня – геоботаник. В свободное от работы время она также не расстается с благоухающими живыми созданиями. Да и как тут можно расстаться, когда ее величество роза лично позирует тебе? Для меня фотография – это отдых. И когда мне хочется вот побыть одной, когда у меня есть время от основной работы, то я беру камеру, иду куда-то в поле, или если есть цветы в доме, то я вижу хороший свет. Фотографией Елена Зубкова начала заниматься с 14 лет. Интерес к этому виду творчества у нее появился благодаря примеру мамы, которая обучила ее азам съемки. С тех пор с камерой Елена не расстается, а в 2000 году она поняла, что ей не хватает живого общения с творческими людьми и решила вступить в Пушкинский фотоклуб. Придя один раз, я осталась в клубе. Оказалось, что это замечательная совершенно компания, очень увлеченная, с очень интересными собственными видениями мира, там и пейзажисты, и портретисты. На открытии персональной выставки автор в кругу друзей-фотографов выразила благодарность сотрудникам Центра культурного развития «Вертикаль» за предоставленную ей возможность поделиться с пушкинцами своим творчеством. Я очень хочу поблагодарить Евгению Комарову. Это была ее идея о том, чтобы я в канун 8 марта организовала эту выставку. И огромная благодарность Виктории Александровне за это пространство, в котором так приятно делать выставки, за этот прекрасный свет. В галерее ЦКР «Вертикаль» теперь царит весна, и все те, кто устал от холодного времени года, имеют возможность погрузиться в благоухающий, живой, многоцветный мир. Фотовыставка продлится до 31 марта. Анна Зарубина, Сергей Воронков, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.